Сейчас проходит модернизацию жены велик. Этот уже готов. Все висит. Ждет колеса 29-е. На осях мустовые. Так, это Сантур XCT28 HLO. Был гидролокаут, я его выкинул. Оставил сюда просто пружину, ну, этот прилода, крышку, пружины нет. Вообще полностью пустая штанина нога. А тут пружина. Негативная, позитивная. И залито жидкое масло, где-то по 100 мл. Очень много, короче. Все там загерметизировано. Отсюда, конечно, оно потихоньку колечками травит. Когда велик кверх ногами висит, отсюда тоже сочится. Но, в принципе, пофиг. Это работает, она очень хорошо. Пружина травленная, облегченная. Травленная не для облегчения, естественно, а для мягкости. Просто они делают пружины, ни хуй его знает, на 100-килограммового мужика. Так, вот мы берем, подключаемся, чтобы не упало. Сейчас посмотрим, сколько это весит. Ну, короче, оно там моргает, как только оно перестанет моргать, это означает, что оно закончило взвешивание. И мы посмотрим, вот, перестало. Теперь мы лезем туда смотреть, что у нас там получается. Сейчас это все как упадет. Так, давай, вытаскивайся. Вот, 2540. Чуть не легче, чем Айон. Так, теперь. А теперь мы берем Эпиксон на жидком масле. С кольцом, с вот этим, ну, то есть с якорем. Там без кольца еще мы взвесили. Так, сейчас вот так берем. Сейчас, что там у нас получается. Что-то он там назвешивал хуйню какую-то, по-моему. Так, стой, возьми, выключить. Включить. Все. Так, сейчас подключаем сюда. Блять, крючочек ебучий. Раз. Два. Вот Эпиксон. Поднял. Еще он там взвешивает еще. Да, моргает. Ждем, когда... Вот, перестала моргать. Снимаем его сейчас. Опа. Сторонку. Так, стоять. 1935. Это с адаптером под 180-й ротор. И с крылышком. Тоже как-то многовато. Маслица, походу, я туда много наплюхал. Но тут и картридж перезаправляемый я сделал. Ну, наверное, я там масла много лью. Подохуя тоже, может, по 40, по 50 миллилитров я заливаю. Прямо оно плещется. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, надо было, наверное... А, еще есть такой нюанс по поводу Айона и Эпиксона. У Эпиксона вот так вот 140 сантиметров. Это вот отсюда, прямо отсюда. Вот. И до сюда. Это ход 140 считается, а на самом деле сантиметр-то сверху не используется. Получается ход 130. И плюс она еще как-то все время находится в каком-то провальчике маленьком. То есть она вытягивается, если ее вытянуть. И, а вот а там все наоборот. Там вот так приходит 140, вот это расстояние 150. То есть сантиметр честный отнимаешь, получаешь 140. И я не знаю, может, я накачал сейчас слишком сильно ту вилку. Она более дубовая. Ну, какая-то не плюшевая, вот это плюшевая. Ну, там с накачкой разберусь. Сейчас у жены появится настоящий карбоновый вынос с карбоновым рулем 760-м. Очень легкий. Воздушная вилка вместо этого. И вместо алюминиевого. Короче, велик у нее улучшается. А потом у нее будут бескамерные колеса на карбоновых втулках мои. 27-е. Будет самый крутой штырн.